Вы знаете, что очень давно прошу. Спасибо. Об этой выставке очень точно 80 лет назад сказал Иосиф Эмильевич Мандельштам. Вот я хожу по этой выставке и не могу отделаться от этих стихов, я их прочту. Немного теплого куриного помета, бестолкового овечьего тепла, я все отдам за жизнь, не так нужна забота. И спичка серная меня согреть смогла, тихонько гладить шерсть и ворошить солому, как яблони зимой прогоже кладать, тянуться с нежностью бессмысленно к чужому и шарик в пустоте и терпеливо ждать. Но если бы поднять фонарь на длинной палке, с собакой впереди идти под солью из леса и с петухом в горшке прийти на двор к гадалке, а белый, белый снег до боли очень ест. Я вас поздравляю. Больше ничего. Спасибо. 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 Спасибо.